О проблемах женщин в современном мире, о вкладе в науку и развитие общества расскажут на конференции, посвященной наступающему Международному женскому дню и 20-летию Лиги женщин-ученых Якутии. Сегодня в культурном центре СВФУ состоялось открытие научно-практической конференции «Женщины и вызовы современности». Она началась накануне и завершится в четверг. Во время конференции участники обсудят такие темы, как психология современной женщины, наука и инновации для продвижения женщин, женщины и профилактика насилия и многое другое. Также в центре «Сергеляхские огни» представили более 400 изданий научной литературы женщин-ученых республики. Здесь мы представили, значит, труды за последние 5 лет. Поэтому вот можно здесь посмотреть интересные монографии женщин-ученых. Вот, ну, скажем, например, вот мы представили технические факультеты. И здесь можно посмотреть, значит, наших ученых, женщин, которые включаются и по проблемам теплозащиты зданий Республики Саха. Конечно, большинство вот здесь вот представлены литература гуманитарного характера. Очень много женщин выступают именно по направлениям гуманитарных наук.